поездку с ребенком. Ведут нервы. Соперника предупреждаются Машкову Владиславу. Спортсмену на третьем месте. Свои истории. Что это будет? Мне кажется, нам легкий нокдаун. Не подтянулся, просто потерялся? Ну, мне кажется, да. Но он потерял равновесие. На ковер приглашаются бойцы из 65 килограммов. Бой за третье место. Солдаты Руслан Кузмагура, Кузьмин и Никита Олегов. Также можно выйти место. Теперь это ушла Кришенька Нила. Тип здоровенный просто. Гигантский. В данный момент за 3 минуты 12 секунд, внушающим приемом, полета лежал на спанах.